Так, всем здравствуйте. Сегодня у нас видео для заказчика. Станок у нас бизнес-став 12×12, то есть 1200×1200, шпиндель 1,5 кВт. Вот, работаем на 4-й координате. Пенопласт. Рабочий. Серийный номер станка 22131. Вот, посмотрим, что у нас получилось. Режем такую шишечку из пенопласта. Станочек у нас выглядит вот так. В чем преимущество данного станка? У него стол с двух частей. То есть вы можете как работать на 4-й координате, так работать и на столе. Стол ложится дополнительно, вторая часть. Вот вторая часть стола устанавливается, и мы получаем полностью станок рабочий. С рабочей плоскостью.